Легендарный детский хирург Юрий Тен. Он не боится рисковать и берется за лечение пациентов, от которых другие медики уже открестились. При этом к делу подходит серьезно и взвешенно. И потому результаты его работы не могут не впечатлять. За плечами хирурга десятки сложнейших операций и не меньше спасенных жизней. Мы таких больных уже пролечили более 250 и достигли результатов, я считаю, очень хороших. Когда выживает 93% и выше, это великолепно. Я так считаю результат. Постучим, если вы не возражаете. Вот это соответствует лучшим мировым стандартам. Врач Юрий Тен заслуженно стал обладателем премии сибирской медиагруппы «Престиж» в номинации «Золотые руки». А вот главное достижение 2015 по общему признанию экспертного совета принадлежит именитому земляку легкоатлету Сергею Шубенкову. В прошлом году он взял золото и установил новый рекорд на чемпионате мира в Пекине, позже выиграл финал бриллиантовой лиги в Цюрихе, стал победителем мирового вызова в Загребе и финишировал первым на матчевой встрече семи стран в Париже. Цель Олимпиады? Однозначно. Достижения победителей каждой номинации премии «Престиж», а всего их шесть, перечислять можно долго. Среди лауреатов известный уролог Александр Неймарк, волевая пловчиха Мария Ланговая, руководитель благотворительной организации «Мать и дитя» Ольга Гога. Их объединяет не только самоотверженная преданность делу, но и горячее стремление помочь землякам, родному краю. Чем еще хороша эта премия? Она дает возможность всем нам увидеть, насколько мы богатый Алтайский край личностями. Есть люди, которые не ноют, не гундят. И несмотря ни на что, какие бы условия вокруг ни были, они выходят, они делают свою работу. Новая премия, подчеркивают ее учредители, руководство сибирской медиагруппы, призвана напомнить, что личные достижения на благо общества по-прежнему ценятся. Мы хотим еще раз сказать, что попасть на страницы СМИ – это престижно. В свою очередь, мы хотим создать обстановку, в которой мы можем поблагодарить героев наших публикаций. Вручать премию «Престиж» планируют ежегодно. Определять героев будет общественность, то есть не только журналисты, но и их читатели, слушатели, зрители. Елена Макаренко, Павел Лауронин, информационный канал «Город».